Ну что ж, ребятки, всем привет! Сегодня будет довольно-таки интересный ролик, в котором я буду открывать контейнеры на все деньги. Давно не было таких роликов, поэтому, ребятки, если хотите видеть больше таких роликов про контейнеры, то, пожалуйста, возьмите, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Я вам напоминаю, то, что игра на проекте Amazon Holoplay на втором сервачке, все ссылочки есть в описании, поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. Но при старте игры вам, конечно же, поможет мой промокод. Вводите промокод Полканов на любом сервачке до 5 уровня. За него получите 300 тысяч рублей. Ну что ж, ребятки, не буду вас задерживать. Желаю всем приятного просмотра, приятного аппетита. Усаживайтесь поудобнее, берите с собой попить, покушать и наслаждайтесь данным роликом. Всех обнял, приподнял, полетели. Я считаю то, что прекрасное утро для того, чтобы потратить все свои денежки на контейнеры. В этом году я ролики про контейнеры не снимал, поэтому, так сказать, небольшое такое возвращение, начало. Если вам видосик понравится, то в будущем, думаю, можно будет тоже подкрывать контейнеры. Посмотрим, есть ли у меня удача. Возможно, мне реально повезет, выпадет что-то интересное. Просто, как я и сказал, видите, здесь люди как бы тоже имеются, которые также хотят немножко подкрывать контейнеры. Вот так вот просто, по красоте залетаем просто. Так, сейчас откроем наш контейнер и попробуем пойти перебить тот. Не знаю, успею я или нет, но я попробую. Я так попробую так сделать. Опача. Сука, не успел, блядь, не успел. Ладно, хорошо, что не успел. Блядь, я хотел перебить его, сука. Так, 8,5. Ну, давай девяточку тебе зарядим. Давай девяточку. Вот так вот, ебать, вот так вот. Нравится тебе, ебать? Молодой. Я, короче, ламбу забрал. Вот так вот, короче, по красоте тоже делаем. Вот так вот просто залетаем на движ, потому что контейнеры мои. Мои контейнеры. Не отдам никому. Мое. Это мои контейнеры, ребята. Ну куда вы лезете? Ну, блядь. Ну я ради этого проснулся, понимаете, блядь, в 9 утра, чтобы записать видос. Сейчас, если тут ничего не упадет, можно будет туда побежать еще. Ну будем надеяться, что здесь хотя бы не сильный минус будет, либо хотя бы в ноль уйдем. Не, ну а что, я один контейнер буду открывать? Ну типа, я ради этого просыпался? Ох ты, бля, вот это аппарат нахуй. Эду, давай, перебьет или нет? Ебать, типок, молодец, конечно. 16 лямов. Блядь, 16 лямов просто, блядь, 8 от Отменил ставку. Ладно, давайте 10 лямов. Не, я, пожалуй, пас. Я, пожалуй, пас, ребята. Но если там выпадет, сука, кибертрак, я того рот ебал. Отвечаю. Крузак, блядь. А сколько у него госка, интересно? Блядь, я мог тоже крузака забрать. Ну так нечестно, блин. Ой-ой-ой, 20 лямов госочка. Та ты шо? Иди-ка ты к папочке, моя кися. Моя ты кися. Так, поехали, короче, починим. И поедем ее сольем в порт. Правильно, правильно. Капитальный ремонт. Вот так вот. Бабах. Все. Не, я реально доволен, то есть, блядь, я Хуракан увидел, я такой, блядь, хотя бы не минус, думаю, заебись. Нормальненько, нормальненько, пацаны, можно так, как бы, бабосики поднимать, да, на контейнерах. Просто я ж не буду видос снимать, где я один контейнер открываю, ну, я думаю, сами понимаете. Вот, 27 миллионов, а было 22. То есть, 5 миллионов мы благополучно заработали. Ну что ж, ребятки, следующий завозик контейнеров в Санкт-Петербург. Иди-ка ты сюда сразу просто. Давай, перебивай меня. Вот так вот, не хочешь, ебать, молодой? Куда ты лезешь, блядь? Дядя, блядь, куда ты лезешь, ну? Санкт-Петербург это мой контейнер, братишка, отдыхай просто. Вот так вот, ебать, не хочешь? Ну ладно, хорошо, открывай, давай. По-любому какая-то залупа, я думаю. Блядь, сука, Питер ебаный, блядь. Я так и знал просто, я так и знал, блядь, это пиздец. Короче, вот так вот ебашу и похую, блядь. Сука, там гелик, блядь, был 4 на 4. С гоской 25 лямов, понимаете? 25 лямов госка, сука. Вот я всегда чувствовал, что в Питере, блядь, всегда что-то падает нормально. И в этот раз я, блядь, что-то заднюю дал. Я мог гелик, понимаете, забрать. Гелик, блядь, 25 лямов госка у него. 25 миллионов, понимаете? Блядь, реально чуечка была, сука, на Питер, блядь. 1 000 000 % какая-то залупа. Ну, конечно, блядь. Я уже в неплохом минусе, ребятки. На 4 миллиончика. Я уверен, что здесь ничего не выпадет, но давайте зарядим красиво. Раз, два, три, раз, два, три. Полетели, давай. Поиграем, брат. Похуй, мне уже терять нечего. Он ведь же гелик забрал, ебать, хватит ему. Вот так тебе, ебать, нормально? Будем перебивать или не будем, братышка? Братышка, будем перебивать или не будем? Блядь, ну так за гелик вообще обидно, блядь. Ну я хотел же Питер открыть, хотел. Чуйка была, блядь, реально, что там что-то есть. В итоге, блядь, пиздец. Блядь, я не знаю, может перебить, блядь. Ему тогда крузак выпал, понимаете? Бля, может реально бабахнуть? Тебе не бабахнуть, пацаны, бля, я не знаю. Иди-ка ты сюда, ебать. Что такое? Да, была, не была, блин. Ну, что выпадет, то и выпадет. О, я надеюсь, что это нормальное. Пожалуйста, 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 Теслу. Макларен, блядь.
Все что угодно, только, блядь, не говно. Пожалуйста, хотя бы в ноль. Охуенно. Бля, я, короче, немножко опаздываю на контейнеры, потому что я только комп включил, забыл про эти контейнеры, сейчас лечу просто на всех парах. Ребята, не трогайте конты, пожалуйста, не трогайте. Обалдел, блин, да, лезь на мой контейнер. Если сейчас с Питера ничего не упадает, я того рот манал, реально. С Питера тогда мне ламба выпала, пацану выпал гелик, но сейчас по-любому то, что должно тоже выпасть. Давай, что-то классное, пожалуйста. По-братски, давай, давай. Бля, сколько у него госка, я даже не знаю. Так, 9 миллионов, короче, я поставил, у меня бабок больше нету. Сука, денег нема, блядь. Я хочу тоже контейнер открыть. Нема бабла. Нема бабок, понимаете, ребята. Вроде людей мало, но, блин, желающих много открыть контейнеры. Короче, полная шляпа выпала. Вообще, полная шляпа выпала. А, 12 лямов госка. Ну, целку надо починить обратно. Напоминаю, ребятки, приезжайте в самое лучшее СТО города Арзамаса, либо на Нашанчик. Закупайтесь, тюнингуйтесь, ремонтируйтесь. Так, ну шо, по идее дадут где-то 9 лямов, я думаю. 10-4, кстати, неплохо, неплохо. Ну шо, ребятки, очередное открытие контейнеров. Так, давай, ставь мне ставочку, давай, братишка, братишка, бля. Вот так вот, по-блатному, ёбаный рот, бля, делаем просто. Красиво, бля, делаем. Контейнер, давай, Санкт-Петербург, пожалуйста. Вот ты сегодня мне давал, вот давай еще разочек. Вот кибертрак мне вот пусть выпадет. И я буду максимально просто доволен. Ну реально, сегодня с Питера выпало, ну, с каждого Питера выпал окуп. Ну, блядь, ну не на того ты напал, брат. Не на того ты напал. Не на того ты напал, братишка, бля, не. Не на того напал, братишка, бля. Ладно, ну, 9 миллионов, в принципе, ну, десяточка, нормально. Нормально, 10 лямчиков, вот так вот залетает. Вот так вот, ну, либо что-то выпадет, либо я буду в жестком минусе. Ну, учитывая то, что Питер сегодня мне давал, поэтому я на него надежду как бы не теряю. Так, 7 секунд, ребать. Давай, дай мне что-то пиздатое, пожалуйста. Та залупа ебаная. Так, погнали дальше. Вот так вот залетаем просто. Так вот красиво. Красиво залетаем просто. Давай, контейнер, пожалуйста, по-братски. Дай, сука, дай, блядь. Что-то пиздатое, дорогое. Потому что я буду в жестком минусе. Прям в жестком минусе. Давай, 5, 4, 3, 2, 1. Полетели, ебать. Залупа. Пиздец, нихуя, блядь, вообще, сука. Я в таком минусе ебанутом просто. Залупа какая-то выпала тоже. Короче, в одном контейнере только был окуп. Давай, проезжай, малыш. Давай, я тебя сейчас трахну. Ушел просто. Ушел в точечку, ебать. Вот так вот бочком залетаю, ебать. Опа. По кольцу. Пошел. Пошел, пошел, пошел. Давай, 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 малышка, давай. Ой, как хорошо. Ой, как хорошо прошел просто. Ну что ж, ребятки, вот такое получилось видео, надеюсь, оно вам понравилось. Да, к сожалению, я не смог подняться, я бы мог это сделать, просто видите, я хотел открыть много контейнеров, у меня была именно такая задача, то есть если я хотел бы подняться, я вот эту ламбу выбил бы, и все, и больше бы не открывал, и мог бы с нее поиметь там около 7 миллионов, понимаете? Поэтому все ради вас, все ради контента. Если хотите видеть такие ролики в дальнейшем, то покажите хорошую активность. Все ссылочки есть в описании под видео, поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. Ну и конечно же не забывайте вводить мой промокод. На этом моменте я буду с вами прощаться. Всех обнял, приподнял. Всем пока-пока.